Новую часовню возводят в Хабаровске в районе базы К в прихраме Александра Невского. Она будет посвящена святым воинам Русской Православной Церкви и станет первым этапом застройки этой территории. В будущем там планируют построить пансионат и реабилитационный центр. Подробности в репортаже Анастасии Привецкой. Ну, тут стояло здание, поэтому тут, что называется, все было уже утоптано и освоено. 20 лет назад на этом месте в районе базы КАФ стоял деревянный барак. Когда дом сгорел, территория пришла в запустение и заросла травой. Сейчас на участке идет строительство часовни в честь святых воинов Русской Православной Церкви. Площадку разровняли, сделали отсыпку и залили платформу под основание. Все работы были проведены приходом храма Александра Невского. У меня, слава богу, рукастые помощники. И мы смогли, ну, с помощью друзей, вот нам предоставили арматуру, предоставили бетон, это все помимо нас. Но мы своими руками сделали опалубку, всю эту конструкцию, армирование провели. Предполагается, что в высоту часовня будет около 8 метров вместе с куполом и крестом. Само здание построят по классическому образцу из красного кирпича. Часовня – это первый этап большого проекта прихода Александра Невского. В рамках программы «Русский мир» на базе КАФ рядом с часовней планируют построить приют для престарелых людей и реабилитационный центр для военных СВО. Участок, размер которого примерно как половина территории храма, благоустроят и сделают парковую зону. Здесь смогут отдыхать все жители этого района. Ну, любое действие, совершаемое Русской Православной Церкви, оно начинается, и в старину так и было, что входили в пустыню и сооружали нечто для поклонения Богу. А потом уже строили дома, бани и прочее, прочее, то, что требуется человеку для жизни на земле. Строят часовню строго по проектно-сметной документации, которую предварительно одобрили в администрации города. Пока работы на участке приостановлены, в приходе ведется сбор пожертвований на покупку кирпича. Пока эта территория находится в аренде, после строительства часовни земля перейдет в собственность храма Александра Невского. Анастасия Привецкая, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».